Какой же это кайф вот так просыпаться. Вот она я. Это не кровать, это что-то невероятное, все невозможно встать. Но пора. Доброе утро. Кто хотел меня без макияжа? Ловите сонную Олечку из кроватки. Я обожаю спать в отеле, в гостиницах. Тут все такие мягкие подушки. Мне пора вставать. Мне пора вставать уже как 40 минут. Но я всегда ставлю будильник пораньше, и потом еще чуть-чуть валяюсь. Я желаю всем хорошего дня. Я вас люблю. Вы просто посмотрите, какой у меня вид из номера. 9 утра, а уже так жарко. А звук, слышите? Птички поют. Тири-тири! Вот такая я сегодня. Смотрите, малиночка. Легкий мейк. Мы выезжаем. Такой свежий воздух. Мы с Тамарой ходим парень. Фанаты Изи Бутс. Изи, смотрите, как они классно блестят. Обожаю. Хочешь, давай себя на всех разобрать. Гримерочка моя. Колбаска. Фруктики. Овощи. Ягодки. Клубника. Свежая. Надо поправить моя стихия, вода. Так хочется купаться. Купаться. Но мы собираем мусор. Делайте это тоже, это важно. Следите, пожалуйста, за чистотой мира, в котором вы живете.